Дорогие друзья, в общем, живем уже здесь 14 дней. Сейчас 28 декабря, 11 часов утра. И наконец-то пришло время вам рассказать немного про гуаву. И самим снова и снова для себя ее открыть. Потому что фрукт этот просто замечательный. Растет он в субтропиках, конечно же, в своих, скорее всего, в России, в Украине, в постсоветских странах вы вряд ли встретите этот фрукт. Но здесь он прекрасно растет, в субтропиках и тропиках, замечательно себя чувствует. И самое главное, что нам нравится больше всего в гуаве, это запах и вкус. То есть первым делом, когда мы сюда приезжаем, мы обязательно покупаем гуаву. И вторым делом, что мы делаем, покупаем соки пакетированные. Самые лучшие соки – это гуава и манго. Гуава, мне кажется, даже вкуснее. Чем он хорош? Это невероятный запах и потрясающий вкус. С кислинкой. На грушу не похож, не знаю даже на что и похож, с чем смесь, сложно объяснить. Косточки в нем маленькие, чистить не обязательно. Главное, чтобы он был спелым и мягким. В данном случае это мягкий фрукт. И мякоть, в принципе, можно есть. Единственное, что не хотелось бы есть, это косточки крупноватые, то есть твердые. Ну, если честно, я их просто глотаю и все, и не особо напрягаюсь. Запах аж сюда слышен. Запах невероятный. Как вот, даже не знаю, как передать, да? Запах и вкус, но гуава именно так и выглядит. Еще более того, она очень вкусная. Покупайте. Здесь она стоила. Мы покупали, кстати, пролежала 2 недели и не испортилась. Мы за нее забыли. Сейчас до нее добрались, мы за нее забыли. Здесь она стоит, по-моему, 12 фунтов. 12 да? фунтов это где-то 0,7 доллара. 1 доллар это 16 фунтов. Итак, мы его разрезали, сейчас будем пробовать. А что ж не попробовать, да? А ну-ка скажи. А нам, какие у нее полезные свойства? Да какие могут быть свойства полезные? Миллион минеральных элементов. И витамин С. Необходимых. И самое главное, витамин С, потому что, скорее всего, в цитрусах его гораздо меньше, чем в этом фрукте. Так что приезжайте, покупайте, не пожалеете. Что вы думаете по этому поводу? Пробовали ли вы его ранее? И расскажите, нравится он вам или нет. И если у вас есть она в магазинах, напишите нам цены, почем продают у вас. Да, хорошая идея. Если у вас есть в магазинах гуава продается, то почем она продается у вас? Да, спасибо. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И оставайтесь с нами. Впереди вас ждет еще много всего интересного.